Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега, Кэт, Макс и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Карта у нас FNAF 1. Всем понравилось, где мы проходили в шестую ночь. Сегодня мы поставим, наверное, еще жестче. Если пьете, кушайте, и приятного аппетита. А мы летим нажимать все кнопки подряд. 2 It's Me мод, это что? Это хардовый мод, по идее. Проверяем. Так, тоже что-то не... О, сработало. Пишите, ребята, в комментариях, сможем мы пройти эту ночь с первого раза или нет. Так, включаем фонарики. На улице, как всегда, у нас гром фигачит. Так, давайте посмотрим здесь. Гонька уже здесь. Уже? Да. А как переводится It's Me мод? Это что, я мод? Это я мод. Я знал, видите? Я просто проверял, знаете ли вы. О, мне теперь время, Серега, отображается. 12 АМ. Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый божий день. Эй, закрывай. Golden Freddy сзади. Fucking shit. Я успел. А! Я выжил. И я выжил. Ой, Фокси умер. Ну ничего, пацаны, нормально, тащим. Так, все, камеру не трогайте, пусть она на Фокси смотрит, а то нам хана. Знаешь, что заметил? Всегда Бонька стоит... Фокси! Бежит, бежит, закрывайте! Дима со дверью. Да, блин, больно, живот! Напополам разрезало. Серега, мне этот режим пока мне больше всех нравится. Такой активный прям. Бодрячком, пацанчики, бодрячком. Англика! Тю, блин, я испугался, вечно он стоит и смотрит. Не открывай, открывай. Я возьму дробовик, с дробовиком мне спокойнее на душе. Закрывай. Ах ты ж лоб, товострое! А чего не закрываете? Все кнопку жмут. Так всегда оно. Хочется быстро все нажать, оно не получается. Эй! Эй, эй, я застрял в пузе у кого-то. Смотрите ж, не откройте калитку, как я вчера глупо сделал, да, Серега? Да. Так, час ночи, очень медленная ночь. А тогда было Фокси слышно или нет? А, мы можем Фокси палить. Да, его видно отсюда? Вот, или... да, видно, видно, вон видно. Он стоит. И Фреддика какой-то. Голден Фредди, что ли? Да. Ты же видел, тут и марионетка Фокси! Есть. Фокси, Фокси. А, жлобухи! Я не успел. Все так орут, потому что очень напряженная серия у нас. Так, отлично. Кто-то чаек пьет, это очень хорошо, потому что на улице холодно. Балунбой, закрывайте! Закрывай! Да закрывай, что ж нас так много, а мы тупим, как все обычно играют. Но мы застреваем друг в друге, мы все жиробаси. Музыкальная коробка. Да, шкатулка появилась, она была разве? Да, была. Так, я ее завожу со всей силы. А, когда не заводишь, она типа вылазит. Мы сейчас, ребята, пойдем посмотрим. Я ее завожу, ребят. Вот Golden Freddy в окне. Я вышел. Ай, блин, говно. А, он просто заглядывает. Прикольная анимация. Да блин, нажимайте. А, да что ж они так атакуют сильно? Двери караульте, я буду это, марионетку зовут. Серега, как ты думаешь, пройдем мы с первого раза или нет? Должны. А, давай будем учитывать, что у нас Фокси... Выходи из комнаты, быстро. А, так Чика пришла, говно. Нет, Golden Freddy там был. Я ушел, я вышел и зашел. Я очень переживаю. Я думаю, что мы пройдем. А, не. Не пройдем. Так ее не было. Как она там была? Так, подожди, что это за скриншоты с мини-игры? Блин, да сильно много скримеров? Мне так кажется. Да. Шкатулка. Заводи ее. Так, я пойду посмотрю. А, блин, не смогу. Бонька стоит, гитару тычет свою вонючую. Укусит тебя сейчас. Ну, надеюсь, да. Он говорит, на гитару. Я знаю тут подвох. Серега, на, гранату ему. Лови. Пойдет. Так, за Фокси надо смотреть. Ушел. Уже два раза, блин, это нас за жопу укусил. Ой-ой-ой. Ой. Марионетка залазит назад, пацаны, вы когда заводите. Вылазит. Заводи ее. Залазит. Макс, заводи ее. Еще ниже. Блин, если она полностью вылезет, нам жопа. Я не смогу выйти. Ах, блин, ну я смогу проиграть. Это Макс, молодец, ты камеру переключил теперь. О, подожди, так отсюда видно?
Опа, Фокси готовится уже потихоньку. Уже вон это. Так, музычка играет. Смотри, как атакует. Втроем, что ли? А! Глобак! Да что за мод, it's мод? Очень жестко. Смешно, да? Давай, смейся. Буду смеяться. Давай, давай, испорь настроение. Испорь. Давай. Да кто мне тут говно держит? Я мастер испортить настроение, Димас. Пока, Димас. Дверь! Пацаны, это я. Вы кто такие? Я вас не звал. Пилите дверь. Фокси! Фокси, Фокси, Фокси. Я успел. Все. Красава. Серега, я знаю, ты профи. Ой, это он стучит. Голден Фредди! Говно! Проходильщики. Реально сложный мод. Знаешь, мы потом как-нибудь попробуем пройти этот мод без единого проигрыша. Это реально. Комнату покидайте, музыка. А, да как? Да что за хардкор? It's me mod. Да блин! Димасов. А как нам пройти, шо ли? Блин, закрывайте дверь к чертям. Ну нафиг, давайте хоть передыш сделаем. Фух. Перекур. Отдыхаем, ребята, немножко. Уж сильно они на нас нападают. Обеденный перерыв. Посидеть охота. Ух ты, блин, колобан. Я так могу. А, я не летаю? Ой, я не сижу. Я вот тут посижу, пацаны. Пойдет? Ой, я так прям чё... Эй! Ты колобан вонючий, уйди! Ты очень жирный. А может из-за того, что мы проиграли, они больше не идут к нам? Наверное. Давай подождем. Ну блин, ну они стоят и ничего не делают, Димас. Они бы уже давно тут разбежали. Так, значит, что это означает? Мы не смогли пройти этот мод с одного раза. Давай, у меня и время не идет. Клип он, лайт оф, лайт оф. О, Димас, ты свет вырубил. Офиге, а мне нравится. О, да. You can't mode. То it's mod. А это давай. Готовьтесь, пацаны. Вообще свет выключи. Воу, прикольно, да? Ага. Так, что-то будет, не? Ничего не будет. А, получилось! Night 8! Чё-то, такого что-то давно у нас не было. Теперь вообще жестко стало. Че, не ссы, я так 100 раз сделал. Оп. Ого, кто пришел? Фиолетовый засранец. Че тебе надо у меня дома? Блин, классный мод, все кнопки по-разному, да, и аниматроники разные приходят. Можно настроить под себя, как хочешь. Да. Марионетка не вылазит, она сидит просто. Она в восьмую ночь не хочет лезть к нам. Она сейчас вылезет, через часик, через два, Димас. Нифига себе. А, опа, Фокси готовится бежать, я вам сейчас скажу, когда. Так, да так, так, так. Я вижу, я вижу. Он уже поднял свой крюк, вонючий. Димас, аккуратнее, сейчас это, как это... Ну, ты знаешь, в одно время, это, ну... Ну, да. Я понял. Пообщались. Бежит, пацаны, закрывайте. Закрыто. Ха-ха. Не получилось, а. Ой, терминатор отдыхает в сторонке. Так, вот здесь у нас все спокойно. Мы еще ни разу не проиграли? Нет, мы живы. Ну вообще мощная команда. Я пойду проверю марионетку. Давай, пошли. Она здесь, куда ты пошел? О, Чика, ой, ты не вернешься. Я не вернусь, ребят. Ай, блин, это и я не вернусь. Откройте мне дверь. Помогите. О, спасибо. Голова жоп. О, теперь я вообще марионет. Тихо, 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 не психуйте, мужики. Можно вообще как-нибудь еще будет выключить свет и играть без фонарика. Ой, уходи. Да когда хоррор с друзьями играешь, не особо страшно, скорее наоборот. Ну да. Угар, да? Так, а что, не могу по потолку здесь ходить? Было бы очень сильно. Что-то гром разыгрался на улице сильно. Никто не лезет к нам вообще. Из комнаты выходите. Я успел. Серега, мы с тобой профи. А что я умер?
А не, я живой. У меня этот просто были шипения на экране. Попал под дурное влияние. О, Димас, ты это видишь? Да. Ну вот, на двери, вот здесь. Ну да. Дырка. А, дырка? Ты ничего не видишь? Нет, не вижу. Фредди! Офигеть, с двух сторон, что ли? Я не видел, кто там. Нет, там никого не было, а зря вы закрыли. А у меня здесь никого нет. Мне там Фредди выглядывал. Бонни! О, успели. Вот это ты орешь, я аж боюсь всех сам. Закрывай! Вот так 100 раз он и выглядывал. А, вот этот Фредди, я думал, блин, этот старый Фредди, а это твой Фредди. Не, молодняк. Да... Да его там не было. Короче, не можем мы пройти этот мод, потому что мы еще небольшие профессионалы. Да смотри, что да творится. Сколько их, а? Нас такое не берет? Ой, Мангл. Все хотят нас убить. Бонни сзади там стоит. Да вот он стоит, да. Фокси вообще не рыпается. Вы вообще пытаетесь, ребята, еще отойти? Так, вроде бы норм. Hello. Амиго. Ушел. Так, я проверю, точно все ушли? Да, вроде все ушли. Отлично. Смотрим внимательно. Что там по времени у нас? It's me написано, вот что. Фокси готовится бежать, так что будьте наготове закрывать дверь. Фокси бежит, закрывай дверь! Блин, прощайте! А тебя Бонька убил, да? Да. Не, Фредди не убил, он бежал и замочил меня. О, фиолетовый засранец, здравствуй. Как дела, лягушка? Как жена. Та, ну смотри, прописал такого ляща мне. Так, фиолетовый засранец ушел. Так, музычка опять играет. Что-то очень спокойно. Может, все опять? А нет. Нет, вот они стоят еще. Пытаются все-таки нас... Да. Убить. Но у них не получится. Так что, может, и получится когда-то. Опа, из комнаты выходим, ребят. Из комнаты выходим. Там фиолетовый засранец. Давай проверим, убьет или нет. Убьет, само собой. Не, уходит. Просто пугает, на понты берет. Эй! Отлично. С сторон. Я вижу, Бонька стоит. О, привет. Пасть свою открыла. Так, стоят. Очень долго. Так, ушла. Бонька, уходи. Уходи. Дверь закрой. А сколько у нас энергии? Энергия вообще садится? Это энергия фонарика, по-моему, только. Да, ну ладно. Так, смех Голден Фредди. 3 часа ночи, ребята, мы, может, еще и пройдем. Мы сможем. Я в нас верю, да. You win. Не? Отлично. Че так спокойно стало? Это затишье перед бурей, Димас. Они резко накапливают энергию, да? Да, ну вспомни, как я нападал на вас. Да. Накапливал энергию и всеми сразу. Так, ничего не происходит. Ой, я покидаю комнату. А я не боюсь, он ничего не сделает. А, не, этот сделает. Так, 4 часа, все-таки хочу пройти до конца. Очень хочу. Сможем? Я уверен, что мы сможем. Все-таки не зря я комнату покинул. Красава. Знаешь, иногда хочется поэкспериментировать, проверить, как оно будет работать. А бывает не убивает, бывает убивает. Ну этот классно сделали, эффект такой. А вдруг не убьет? Ну? А вдруг это по приколу? Почему энергия не садится? Должна садиться. Я покидаю комнату. А чё? Не, этот не убивает, смотри. Он просто понты кидает. Не знаю, я на всякий случай. Не бойся. Он добрый.
Ага, у него там нож за спиной. Да? Да. Я вижу. Ах ты хитрый жук. Марионетка. Да. Надо перезаряжать. Нема. Че, она уже все? Я музыкальную шкатулку перезаряжаю. Ах, блин, он стоит, чтоб я не прошел. Ой, блин, какие хитрые они здесь. Фух. Боишься, да? Я тоже. Вовремя заметил это. Конечно. Марионетка обратно не залезла. О, Кэт Макс, ты с нами говоришь даже. Все серии молчи, ты с нами, я вспомнил. Кэт Макс вернулся, блудный сын. Кто его еще помнит, плюсик в чат. Плюсик в комментарии. Это же будет, Серега, премьера. Да. Запилю, потому что ролик длинный получился, и надеюсь, ребятам понравится. Эй! Дверь закрывайте, проверяйте, я тут это марионетку на это обратно затаскиваю в коробку. В коробку затаскиваешь? Да. Так, все отлично. Скоро пройдем, уже вроде 5 часов. Просто часы то отображаются, то нет. Очень странно. Да, есть такое. Ну, они идут, они наступают, значит все хорошо. Скримеры валят. Наваливают. Боника. Эй, эй, что за говно? Застрял. Та-да. У нас получилось 6 часов. Нам дали сколько-то там тысяч баксов? Там 20 баксов. Там написано, вы уволены. Не, 20 баксов дали, там 15 центов. Спасибо, это очень много. Вы такие добрые. Так, записываю концовку. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!